Вокзальная 2. Дом был построен в начале прошлого века. Почти со столетней историей дом предназначался для железнодорожников. В военные годы здесь располагался госпиталь для раненых. Позже перешел в муниципальную собственность. Капитальный ремонт здесь делают впервые. Уже заменили кровлю, укрепляют и обшивают стены. Но, как оказалось, жители этому не рады. Более того, они требуют остановить ремонт. Они сейчас обшивают наш дом. Сделали снаружи как конфетку. Очень красиво, но снаружи. Но снутри он разрушится в один прекрасный день. И все. Нас даже под кирпичами могут и не найти. Что и говорить, дом действительно старый, в стенах трещины. Вот смотрите, почти 36 сантиметров. В комнатах плесень и сырость, удобство на улице. Ремонт начали в рамках программы капитального ремонта, а также на основании протокола общего собрания собственников жилья. По словам руководства ЖКК города, буквально на днях дом обследовала специальная комиссия, которая и решит дальнейшую судьбу дома. Через 10 дней мы получим результаты. По результатам этого всего будет оценено. То есть дом подлежит сносу, либо подлежит дальнейшему капитальному ремонту. Татьяна Баловнева, Виталий Немов. «Наше время».